Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами Елена и канал Огород Круглый год. Хотела вам показать, бывают такие ситуации, что вот как я, да, вот я почему хочу сохранить этот сорт для шашлыка. Это баклажаны для шашлыка называется. В нем очень много витаминов и очень подходит для вегетарианцев. У меня всего один пакетик был. Ну, взошло, как я показывала, вот здесь вот, ну, они семена просроченные. Семена были просроченные, вот так и видите, баклажан для шашлыка. Видите, заменит мясо в его отсутствии. Для вегетарианцев вкуснятина. Очень хороший сорт, но он у меня, видите, просроченный. 2012-2016 год. И, конечно, у меня там еще есть семена. Я их сейчас посажу, но я их обработаю уже просто... Эти семена я обрабатывала в энергетике. Сейчас я обработаю все семена. Попробую посажу в перекиси водорода. На 15 минут в 3%. Я его разбавлять не буду. И 15 минут в 3% растворе. И посажу эти семена. Посмотрю схожесть. Здесь же, как помните, у нас зашли всего... Вот осталось 2 сходу я не пересадила. И 4. Один, к сожалению, я пока пересаживала, сломала. Как вы видите, у них семидольные листики. Только семидольные листики. А самих листиков настоящих еще пока нету. И что я делаю? Я хочу пересадить их в стаканчики, но так, чтобы им было нечувствительно. Вот я в стаканчик половинку наложила земли, пролила дно, чтобы корешочки сюда попали в сырую землю. И что я делаю? И что мы делаем? Вот мы налили сюда немножко, насыпали земли, налили водички. И я вот такая лопаточку куплена в Экспрессе. Мне очень нравится. И семена, считаю, эти удобные из-за вот этих вот ребрышков. И что я делаю? Я вот так аккуратно, аккуратно с четырех сторон вот так вот подрезаю землю, подкапываю вот так вот, да? И вот это растение я вынимаю вместе с корнем, да, вот так вот, как подкопала, вот. Я его сложу сюда вместе с этой лопаточкой на бок. И сейчас я попробую одной рукой, конечно, вот так вот она лежит на лопаточке, а сюда я засыпаю землю с одной стороны. Аккуратненько перевалку делаю вот так вот. Сейчас поднимаем. Вот смотрите, с одной стороны мы насыпали земли, да. Теперь как делаем? Теперь я этой лопаточкой его прижимаю к этой стороне. Так вот, да, ложу. Ну, я обычно в руке держу. И вот это место у нас освободилось. Я туда насыпаю земли теперь. Теперь я сюда насыпаю земли. Ой, господи. Так вот. Немножечко утрамбую ее по краям. И могу смело вынуть эту лопаточку. Все. У нас растение... Хорошо, перевалили мы. Все. Теперь ему... Она даже не почувствовала, что произошло. Корешочки мы не затронули, потому что пока еще семидольные листики. У него один корешочек. Когда начинают появляться листики уже самые настоящие, вот здесь вот, да, из серединки, то это значит, у него начинают расти боковые побеги. Боковые корни. Сейчас же у нас пока один... Корешочек был. Мы вот так аккуратненько его перевалили. Мне, потому что это место много занимает, емкость на там, где растет земли много, я поливаю, и она начинает уже плесневеть. Поэтому, что вот у меня было 7 растений всего в этом, посажено было много, а взошло только 7 семян. И она начинает у меня, видите, уже плесневеть. Я хотя посыпала вермикулитом, но все равно влажности очень много, и растения не справляются с ее переработкой этой воды, ну, жидкости. Поэтому мы уменьшили таким способом площадь, чтобы не потерять растения, которые рассаду, которую мы растения, ну, овощи там хорошие, которые хотим сохранить. Вот таким способом можно. А эту емкость уже мы освободим под посев другой. Конечно, эту землю я сейчас выкину. Она повторно не пойдет на посадку. Даже в цветы не пойдет.
И сейчас еще вот осталось у меня одно растение, то таким же способом я это сделаю. И эта емкость, конечно, я ее помою, обработаю перекисью водорода тоже вот этим вот, да, и посею опять сюда, наверное, баклажанчики вот эти вот у меня остались именно, и я заново посею и посмотрим, какой у нас будет сходы. Вот такой метод я хотела вам предложить, перевалки, чтобы сохранить какие-то вот такие сорта, которые у нас плохо взошли, а места у них для них много. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Желаю вам хороших, чтобы у вас хорошие всходы были, хороших семян и хороших урожаев. Пока-пока. С вами была Елена и канал Огород круглый год.